Я хотел вам рассказать интересную аллегорию, такая вот необычная. Вам понравится, я думаю. Я общаюсь с некоторыми священниками, ну, много знакомых, потому что многие прошли через моих врачей-стоматологов за 20 лет. Я только 20 лет только в Мытищах. Можете представить, сколько прошло людей. Я не называю имена, но примерно вот такой осадок остался, да, такой внутренний осадок. Вот мысль, которую я хотел сказать. По поводу священников ну, и архиереев, поминающих ересиарха. Когда ему говоришь, что вот начинаешь объяснять, они обычно уходят быстро от этого. То есть понимают, что они лукавят. И вот они говорят, мы любим Христа, Спасителя. Мы так сказать, принимали присягу и шли на это служение, да, прочее, только из-за любви и так далее. Но, так сказать, логически получается, что мы любим его, но мы любим его особенной любовью. То есть так-то мы любим, вот, проповедуем, самвона, так сказать, служим, какие-то службы, все прочее, требуем. Но пострадать за него мы не будем, потому что мы любим его особенно. А особенность нашей любви заключается в том, что только то, что хорошо, вот, мы здесь, да. Когда плохо, какие-то нестроения, может быть, лишения, не дай бог, тем более, страдания и смерть, нет, мы под это не подписывались. Вот такая вот история. Это просто навеяло мне после вот общения с отцами. Редко они мне звонят и правильно делают, Бог с ними. Я не осуждаю никого и даже не обличаю. Чего уже об этом говорить, сколько копий сломано, сколько роликов сделано, сколько всего рассказано, не только мною. Поэтому вот так, вот, может быть, и назвать как-то ролик о том, как его назвать-то. Подскажите в названии, я изменю, если что, название. «Наша любовь особая», да, как-то так. Вот, поэтому дай Бог вам обрести очень мало верующих. Вот я окормляюсь у иерея Андрея Соковых, у простого русского священника из деревни, из глубинки, станица Темнолесская, Краснодарский край, сейчас он переехал. Вот, и я рад. Простой русский священник, не поп. Вот, поэтому, дорогие мои, вот он любит Христа, он не показывает, ничего не рассказывает, просто он своей жизнью доказал это, доказывает. Поэтому я желаю вам, чтобы вы обрели своего Андрея Соковых. Будем жить. Господь управит. Ваш Евгений Лопатин.